Доброе утро. Как спалось? Где ваши еще друзья два? Не упали? Типа зимой засыпают. Вот и остальные проснулись. Проснулись, да? Вот они. Доброе утро. Где четвертый-то? Трое вас, четвертый еще там где-то спит. Стали. Вы прям не поднимаем, а по часам растете. Вот вас четыре, да? Наелись. Ой, какие большие. Большие, прибольшие. Вон там один малюсенький торчит. Но спят они, спят. Мамочки с папочкой пока нету, я их немножко поснимаю. Заснули. От жары, да? Надо же, они нынче сколько выкормили. В прошлом году трое было, двоих выкинули, одного вырастили, и он улетел. Эти тоже через неделю улетят уже. Они уже все большие. Так с вами и попрощаемся с ними. То не было, то яйца, то родились. И вот они уже вот такие. Все вам эти показала возраста, когда они росли. Может быть, не так ярко, потому что я слишком к ним не могу лезть, и здесь не так светло. Но, тем не менее, я вам их всех показала. Доброе утро всем. Работа ждет, клубника ждет. Арбузики, дыньки нужно обработать от клеща. Кое-где листики стали такие вот некрасивые. Поэтому мы сейчас актеликом обработаем. Видите, что творится? Скорее всего, это вот какой-то вредитель здесь. Сейчас Олеж будет обрабатывать свою бахчу. А я пойду кормить всех, всю малышню. Работы с утра много, время 6 часа. Так что вот так. Да, вот она. Здесь тоже посетили. Где наши арбузики? Посмотреть, как подросли. Вот они. Вот какие арбузики. О! Раз. Два уже с лишним. И тут тоже. Бонечка идет. И там тоже светится, смотрю, арбузик. И там сейчас я запишу. Вот он. Вот он наш вьетнамец идет. Посмотри, это вправду, Олеж, клещи. Давай, мой сладкий. Мой сладкий, такой перезетик. Птички там. Что-то пищат, что-то возмущаются. У меня арахис стоит неокученный, надо срочно окучить. Дело 5 с утра, куча целая. Актеликом обрызгиваем. Ага, вообще. Такой красивый лежит. А? Такой красивый. Вырос бы 10 кг, да? Было бы круто. Все, да, кончилось. Оно быстро кончается.
Ну вот на дыньке хоть чуть-чуть брызни. Арбузы-то сильно не страдают, а вот дыньки. Хоть остатки там брызни. О, нормально, тебе все равно хватило. Там самое главное, тот прошел. Там хороший концентрат. Мамочка сидит, контролирует все, да? Ой, ты моя красавица. Не боится ничего. Они, кстати, знаете, начинают, по-моему, строить у нас еще одно гнездо. Здесь вот они усердно-усердно летают. И вон там над электрическим, ну, это квадратиком, хотят, по-моему, строить еще одно гнездо. Потому что их много, и, скорее всего, они все вернутся сюда на следующую весну. Пойдем курочек кормить со мной. Или ты своих не можешь прокормить? Да, моя ласточка. Ты и есть ласточка. Вон они все четверо сидят. Папочка тут сидит, она там. Да, Бонечка? Пойдем кормить курочек. Курочки кушать хотят. Так, отходим, мои красотки, отходим. Бонь, ты будешь заходить, что ли? Ну, как хочешь. А что у вас тут у нас? Какие дела? Опять травы накидали? Бабуньки одни остались. Подождите, все по очереди. Гоша, эти. Ох, как проголодались, ох, проголодались. Яйца нести не хотите? Что происходит, непонятно. Вы отпуск, что ли, взяли летний или что? И тут вот я смотрела, ласточка хочет сделать, вот, наверное, гнездо, или может где-то здесь. В общем, они тут усердно летают. Днем, если я их увижу, я их сниму. Соломы свежей накидала в гнезда им. Так, а тут у меня какое-то шуршание происходит постоянно. Надо посмотреть, что происходит. А тут жуки вот эти черные. Вот они, они. Ясно. Жучки, кучки. Пусть их соберут. Собирайте, собирайте жуков. Чтобы они тут шебуршатся. Она уже знает, что я. Вон они, вон они. Свеженькие гнезда сделала. Все. Все, кушайте. Травки попозже принесу. Водичка есть еще. Пошлите кормить Индюша со мной. Зеленушка, огурчики, капуста и патиссон, и горошек, и чеснок. И сухой корм. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро. Все съели? Ой-ой-ой, сейчас открою. Сейчас, мои зайки, сейчас.
Ты почему не кушаешь, ходишь? Букашек собирает, ходит. Кушайте огурчики вкусные. Чесночок. Горошек старый был там. Мы снимали, который тоже им сюда же добавил. Олеж все на терке, на терне. Пока я кормила всех. Сейчас еще цыплят пойду кормить. С утра пока всех накормишь. Час где-то проходит. Раньше-то курочек 10 минут накормил и все. А сейчас цыплят, индюшат. Так вот они там ночуют у нас. Хотели еще две палочки поставить, ну, чтобы, может, они сидели. Но они на соломке вроде сидят неплохо. Что, застоялись перышки, нет? Пи-пи-пи. Ну, в тарелку-то чё ж ты своими лапками? А, как же так? Да, ну что такое? Ладно, пусть кушает, все, я пошла. Ой, что-то мне все высыпало. Пи-пи вам, пи-пи. Ну, что ты думаешь, тут что-то осталось? Вкусное, думаешь, что-то осталось? Навряд ли. Навряд ли. Вот у вас все вкусное. Все самое вкусное вам. Кушайте, растите. Вот так. Ой. Ой, не летали еще сегодня. Не летали, не летали. Как же так? Отходим, девочки. Отходим. Наелись. И пошли купаться. Так, а я пришла. Сейчас цыплятка намажу. Тоже также им капуста, патиссон, огурчик, чеснок. Все. Все вкусняшки. Сейчас их открою. Наверное, уже стоят сегодня поздно. Вот они. Доброе утро. Как дела? Ой, как у вас тут жарко. Как дела, мои хорошие? Давайте вам тоже здесь зеленушечки. Сейчас положим. Подождите, дайте камень на место поставлю, тут быстро все перевернете. Кушайте, зайка. Полиночка, почему это? Как дела? Иди кушай. Иди кушай. Я ночью насыпала почти что полную. Половину съели, половина осталась.
Ладно, кушайте. Видите, центральный ствол тоже сломался. Кто бы знал, что оно такое хрупкое, это дерево. Вот столько персиков на нем, и оно не выдержало. Конечно же, здесь уже никогда ничего не прирастет. Поэтому я сейчас этот ствол уберу, а веточки вот эти привяжу вот к этому центральному, чтобы хотя бы они не сломались. Видите, на нем тоже такие персики. Здесь вот на шкурочке висит. Куша, а Микуша, жалко персик, да? Жалко персик, как он сломался у нас. Видите, столько персиков. Конечно же, я их сниму. Возможно, компотик сделаю. Конечно, сниму с этой веточки все персики. Возможно, они дойдут. Уже их темненькое место. Нам же как-то привозят вот в городе же в магазин вот такие вот именно деревянные персики. И они как-то там доходят. Скорее всего, и у нас так же получится. Они прям, смотрите, какие. Они целые, но они еще должны налиться, они крупнее. Этот сорт крупный. На самом деле, у него плоды такие. В прошлом году были хорошие. Полежат. Так начнут замельчаться. Я могу из них сделать компот. Я в прошлом году делала из персиков компот. Это было что-то с чем-то. Очень вкусный был. И тут вообще, смотрите, какие. Прям вот-вот бы уже и поспели. Да, целая чашка. Конечно, такие плоды тяжелые. А дерево-то это, ну, не такое уж и взрослое. Ему всего 3 года. Первый год у него было 5 или 6 штучек. Потом на второй год побольше, что 15, наверное. И вот в этом году, 3-й год, когда урожай, видите, что происходит с ветками. Надо будет как-то делать подпорки ему, что ли. Какие-то хорошие, если оно дальше там не сломается. Так, все вроде бы. Целый, смотрите, целый тазик. Еще и червяк один какой-то попался. Это ерунда, остальные все целые. Вот, целый тазик. Видите, сколько их. Вот под этой веткой стоит подпорка. Вот она железная, вот такая рогатина. Под вот этой веткой тоже вот подпорка. Под этой тоже подпорка. А эти я связала. Видите, как получилось. Наверху самые крупные. Да. Эти ветки отплодоносят в этом году. Я их все срежу. Потому что смысла нету в них, только тянут дерево. Ну, получается, вот эта ветка осталась, но эти в бок пойдут. Вот это место надо будет замазать. Уже 2 ветки сломалось, в общем. Я пришла, что вам показать. Смотрите, у меня на картошке теперь нету жуков. Побрызгали вчера картошку. И они, короче, вот они, видите, валяются все дохлые. Прямо все попадали вон. Где-то я видела, вообще прямо куча была. Да, Мика? Скажи, куча жуков валяется. Вот так им скажи. Вот мы им сделали. Варфоломеевскую ночь. Вот и здесь тоже не стало. А то они, смотрите, как пожрали всю картошку. Он один сидит. Кажется. Недобитый, раненый. Но все равно, в любом случае, это не то, что было. Там было вообще их мулион. Я видела, прям валяются кучами. А сейчас нету. Вообще, вот здесь вообще нету. Красота. Вот здесь вот в этом углу очень много было. Я сюда подходила. Они тут прям сидели. Вот они валяются. А сейчас их нету. Все сдохли. И тут тоже было вот с этого края. Очень много было. Тоже валяются. Вон они. Вот эту картошку надо выкапывать, все. Сейчас Женя приехал.
Сейчас прохладненький денечек будет. Правда, их не ожидается. Ну, утро, может быть, вечер. Будем потихоньку копать. Вот. Сейчас земля еще мокрая. Это же после дождей 2 дня прошло. В любом случае, она земля мокрая. Мы даже клубнику, которую убираем, там старую, подкапываем. А земля-то мокрая внутри. И вилы застревают, и лопаты тоже. Поэтому ждем, чуть-чуть подсохнет. А оно сверху-то сухо. А внутри копанешь... Все мокро-мокро. Опять стекло. Так что вот так. Избавились мы от жуков капитально. Нету. Можно копать. Вот она наносится. Так, ну все, друзья. Всем пока. Всем всего хорошего. Здоровья. Самое главное. Спасибо, что вы были с нами. И кошка бегает. Вот у меня здесь бархатцы тоже, говорили, капуста, типа, что боятся эти самые какие-то там букашки. Ну, вот капуста завязывается, не знаю, что-нибудь вырастим, нет. Я как-то посеяла, здесь-то вот сожрал кто-то уже. Посеяла, вроде как бархатцы было написано. А вот еще какие-то тут вылезли, это синие же вроде бы. Синие вылезли. А ничего, пусть для красоты стоят. Вот еще котелочек, ну тоже, ой, котелочек, качанчик. Тоже жрет кто-то. Сейчас табак возьму и табаком насыплю. Точно, у меня есть табак. Вот такая цинья красивая. У меня пару с бархатцами. Ну все, друзья. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч, Микуша. Микуша. Потя, 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 потя. Настя.